Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В Удмуртии Омар Бикаев, известный в определенных кругах как Омар Уфимский, был приговорен к 11 годам тюремного заключения по иерархической статье. Как сообщает Коммерсант, со ссылкой на пресс-службу Объединенного судебного сообщества республики, вора в законе признали виновным по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Омар Уфимский отбывает наказание в Удмуртии. С августа 2019 года Химкинский городской суд вынес приговор в связи с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, Бикаев отбывал наказание за вымогательство и похищение человека. В 2020 году Бикаев напал на сотрудника колонии. Предполагается, что вор в законе разозлился из-за того, что ему отказали в прогулке.